10 лет назад просто был челлендж такой, я один раз выступил. А сейчас как бы хочется, знаешь, ну... Просто джж, ударило, что я такой хочу. Хочу ехать и хочу выступать. Please make some noise for Sasha from Russia. Hello, everybody. Hi. My name is Sasha. Yes, I came from Russia. Как будто бы я перезапускаю сейчас комедию, и я такой, вау. А ну-ка пройду игру второй раз, теперь уже чуть-чуть прокачанным персонажем. 90% of us will be famous. Never. Ну и здесь это то, что, ну, блин, как будто бы все равно, делая это в России, все равно все время смотришь. А что там в Америке со стендапом? И попытаться здесь почувствовать себя крутым, это очень круто. Ну, это как бы для себя -то такого прикольного, что-то могу. Сегодня просто день обломов, но это круто. Потому что только говенные дни могут сделать твою комедию сильной! Даже если не получится. Смотря что считать, не получится. Вот вчера, когда мы спрашивали ребят, они говорят, а что такое не получится? Мы не знаем, что такое. То есть комедия переросла в нечто большее, чем просто... чем какой-то, чем шоу-голос, где ты должен приехать и что-то сделать и спеть песню. Do you want to do 5 minutes? I want one. Yeah, it's fine. What is it to be if it will be horrible? Doesn't matter. Just fucking do it. Who cares? Yeah. Really? Okay. Let's go. You want to do it? So let's do this and then we'll decide that later. И мне очень стыдно всегда за мой акцент, и я поэтому хочу начать шутки про то, что я плохо говорю, а дальше буду пихать новый материал. How are you guys doing today? Actually, it doesn't matter because I don't speak English. It's true. Everything what I will say today, it was Google translated. So if you don't find it funny, blame Google, okay? Not me, okay? Because I'm funny. And Google is not funny, yeah. They steal your private information. And sell it to Russia. Я приехал, чтобы приготовить 15 минут английского материала. У меня есть 4-5, которые работают. Я готовил их 3 года. И теперь у меня 10 дней, чтобы приготовить еще 10. It was really Google translated, but, В день по минуте. Нормально. Если медленно говорить. Короче, первый раз я приехал в 2008, наверное, в 2009. При том, что я посмотрел, что билеты стоят 15 тысяч рублей в Нью-Йорк, и я такой, о! И я полетел сюда на 4 дня, и это было круто. Я выступал, у меня было 3 шутки, потом 5, потом 7. Я до сих пор одну из них говорю про голливудские фильмы. I blame Hollywood movies. I love Hollywood movies. I grew up on them, but I hate the way Russian characters look in your movies. Yes. Because all we do in your movies is drinking vodka and fail to kill American heroes. Да, самое стрёмное, что у тебя всегда есть комплекс языка, и ты, ну, не можешь... Все, кого я знаю, все говорят, типа, это невозможно. Ты не сможешь так думать, ты не сможешь это, но... Я думаю, блин, а что если? Ну, не получится, не получится. Но лучше попробовать. И жить в смысле, что я попробовал и не получилось, чем даже не пробую. Потому что мысли, они же интернациональные. Если ты мыслишь про жизнь, про отношения, про, не знаю, любовь, брак, детей, собаку, то, ну, все, что тебе остается сделать, это только перевести. And how long have you been doing comedy? On and off for like 15 years. 15? Yeah, 15. But I've done
I've done improv and sketch and all things. Yeah. And then I started doing stand-up a long time ago in Uruguay, in Spain. In Uruguay? Yeah. So you moved here? And I moved here, and then I've been doing sketch and improv. Oh, really? How long you live here? Like 8 years? 8 years? 6 years. I moved here at 29. Wow. You moved here to do stand-up? Yeah? To do stand-up, yeah. In comedy in general, yeah. It's cool. Actually, this movie about us, about comedians, about our dreams. And how do you think, what is the steps for the comedian to become successful? Some people fuck the right people. Yeah. Some people, oh, really? I mean. Here as well. They're everywhere. You never know. Every person has their own thing. You know, I was doing some open mics. Cool open mics where there's some managers sitting and other stuff here in LA, and one comedian said me that after that you should come to the manager, say thank you for having me, how I was and other stuff, and I'm like, it's like a ass licking, you know, it's like you're like, oh, there's a lot of you that. Like need there's a lot of that, but like there's ways to do. There's a way to do it that is not like ass leaking. But if you are honest about it, and if you're like, hey, I just want to introduce myself, yeah, and like you're not like being gross about it. You know, I think this shit never works. No, yeah? I mean, if you're you're good in fucking, yeah, or you're good in comedy, yeah, the only one way. Well, I do both. But okay. Блин, такая боль здесь чувствуется у всех, кто здесь есть, даже, блин, даже у бармена, даже у девочки, у барменши, да, как будто бы это все сломанные судьбы, понимаешь, но пока они в ожидании, когда они на сцене, когда есть реакция, они капец цветут, и когда они на улице, тоже все нормальные ребята, уверенные в себе и все, но здесь, в ожидании, когда идет что-то, и они выступают, это настолько раздавленные люди. Я так вижу, я не знаю почему, но я вижу в этих глазах столько боли и переживания. Только здесь, когда они все ждут своего выхода. See that guy talking on the phone? Well, talking on the phone? His name's Andrew Harms. But it's like after the fact. He's fucking hilarious. What do you think about my Arby's bag? Probably one of the top open micers, including me, but once again, I guess I have to be modest. Our main problem is we don't know how to send emails. And apparently that's a big thing in business. We write jokes, we don't do business. You could, in New York City, it's great. You could hit like 3 to 4, sometimes 6 mics a day. You could do like 21 to 30 shows a week. Shows, open mics, the ego. And can you tell me, what's the reason you're going every day to the open mic? It's great, and I really can't and don't want to do anything else. Everyone sucks. Метро, и это, конечно, самый трушный тру метро, который есть вообще. Но тут очень прикольно и красиво, и кинематографично, и есть ощущение, что в тебя могут выстрелить. Мы едем из самого Бруклина сейчас в центр, на Бродвей, на Таймс-сквер. Туда, где будем делать комедию. Came first, we came earlier, you yes. know? No, мы не опоздали. Yes. Because it doesn't make sense. I was actually on TV about 5 years ago. Mm-hmm. They were looking for housewives that were funny. Oh, yeah. And I was chosen. I was on The View. I wish I could do something like that again. They picked me up by limousine. I loved it. Well, your TV career, you just stopped it because of the family or? No, I only had the one opportunity. No, I wish I had other opportunities. Oh, okay. So I want you to give a big hand. He's came here all the way from Russia. Sasha from Russia. Woo! Do you understand, guys, that 90% of us will be famous? Never.
It's true. Сейчас всю боль комедии ощутили, и чувака никому не нужно. Во-первых, это выступление. Ты видел там, что было? Я не знаю. Ну, очень тяжело. Я бы хотел посмотреть на всех своих друзей, которые... Вот там бы вышли, я бы очень хотел посмотреть на всех. Потому что так стрёмно выходить, когда два просто человека, каких-то одна девочка говорит, я просто пьяная пришла, и второй парень выступает. И это ведущая, это... Сейчас я подошел к ним, говорю, давайте мы сделаем ваше шоу на русском. Она мне дала свой номер, потом она такая говорит, посмотрела на меня, говорит, когда? Я говорю, ну, мы сейчас возьмем маленькую комнату, соберем 50 человек, ну, это точно соберем. У них билет стоит $20. Я говорю, наши ребята купят по 50, по 70. Она посмотрела на нас, на всех, посмотрела, говорит, ладно, забрала у меня свой номер, дала мне номер другого чувака. Говорит, вот Эрик, он решит. Я говорю, вы что, с нами не хотите разговаривать? Она говорит, нет, нет. Вот, Эрик просто решит это, и все. Вы должны выбрать дату, должны выбрать шоу. Когда дни хороши, ты не растешь. Когда ты немножко страдаешь... Вот это карма, понял? Это монолог был, что у меня нет страданий, у меня нет проблем. Вот карма и отдает тебе все. And if you want to be a good comedian, you should talk about your pain. Talk about what you have inside, yeah? And I have no problems, you know, right? It is sad, actually. I have no pain, you know, it's... Really? Do you know how it's hard to be a funny when you reach? Мне, для меня удивительно, что ты за 20 лет здесь не... почти ни разу не пробовал себя на английском. Что все, что ты делал на русском, какие-то русские эти. Почему так? Почему в Канаде я встречал ребят, живущих в Канаде, которые делают там стендап на русском? Соответственно, это вообще... Канада-то ограниченный рынок, еще и на русском языке юмористически. Почему вот это... Вот, я не знаю, это похоже на чувство ностальгии? Нет, или знаешь, на что это? Чувство скучания по родине? Я могу свою теорию дать про это. Мне ничего интересного, таким американизированным. У меня такая история. Я вначале приехал вообще не в русский город, у меня не было русских там. Общение 4 года. Да. Я там в школу ходил, и потом я переехал в Нью-Йорк. Я очень сильно хотел в Нью-Йорк переехать, именно за русским общением. И у меня как бы все забрали русское общение, всех моих друзей из России, вот это все. И сюда я поместился, и я пока английского не знал, вот эта вся тема, я, в общем, я потерялся. Это такой подростковый возраст, 14 лет. Да. И когда я в Бруклин приехал, жил, грубо говоря, там много русскоговорящих, но я при этом как бы учился в американском универе, вот эта вся карьерная лестница, все такое. Но при этом меня не отпускал тот Бруклин, который там был, который меня как бы засосал, создал мне какую-то зону комфорта, вот этих друзей, которые у меня там есть, хорошие все ребята. Но американизироваться именно в Манхэттен, ты сюда приезжаешь, ты сразу в Манхэттен едешь. То есть вот та тема меня засосала на какой-то период. И там какая-то движуха, все пятое-десятое. И там, благодаря там, моим друзьям, я попадаю в какую-то вот эту юмористическую тусовку. И она уже была... мои там друзья приехали с России, они там КВНом занимались, соответственно, я с ними начинаю этим заниматься. Мне это очень нравится, я начинаю об этом узнавать. И потом я уже, когда из КВН у нас там закончился, это там 2012 год, вот так вот, я такой, блин, я хочу что-то делать. И вот я начинаю сюда внедряться. Но как я внедряюсь? Я прихожу, я такой, ага, стендап, я пойду класс возьму. Я взял класс, сделал на английском типа одно выступление и поехал сразу на Comedy Battle. И там обосрался полностью. В Москве? Да. Вот. И я приезжаю, я такой, я больше никогда не буду делать стендап. Это ужасно. Вот. Да, в России в этом плане открытые микрофоны, наверное, круче, потому что там есть живая аудитория. И можно приходить и тут же проверять этот материал. Утром написал, вечером проверил. А здесь ты утром написал, вечером пришел, никто не посмеялся, и уверенность у тебя падает в этом. И вообще просто заставлять себя продолжать выступать сложнее, потому что ты больше и больше вот этого говна со сцены хаваешь. Моменты все этих заработков на стендапе, понятное дело, что здесь на очень высоком уровне их больше, а на очень низком уровне их как будто нет, потому что этих денег вообще не хватает для того, чтобы жить в Нью-Йорке. Kevin Mulhern, come to the stage, it's Nikita Antipov.
Well, this is nice room. Really like it. Need some prepare some jokes. All right. Does this mic have any drinks minimum? Well, so that joke is not gonna work. I don't know if you guys noticed my first name is Nikita, and it's confusing to a lot of people because in America, Nikita is like a girly name. So when people follow up and they ask me where I'm from, to confuse them even more, I tell them I'm from Iraq. I mean, why not? I could be from Iraq, right? I mean, it could be that my mom and my dad, they went to Iraq, had like a crazy vacation. You know, back then it was normal. And, you know, they had like a crazy sex on the beach. And here I am, you know, they got arrested. And here I am in Iraqi jail, baby. Да, и жена, и ребенок мне говорят, окей, мы с тобой. В этом прикол, что остальное, все, что я думаю, но жена, ребенок, ипотека, и как будто бы ты себя отмазываешь, говоришь, нет, это, ну, свой страх прикрываешь. Очевидно же, да, мы же оба стоим и понимаем, что как будто видя всю эту движуху, которая развивается, как насколько ярким ты считаешься здесь персонажем, да. Просто когда да. ты говоришь свое, да. ну, там, да, у меня да, там да. Владимир, если ты, да, о, да, ничего да. себе, я такой, о, первая шутка про Путина, легко. И там, в России, я просто смазливый чувак, а здесь условно, и, короче, ты же понимаешь, что как будто где-то витает такая тема, что Netflix показывает разных персонажей, абсолютно, там, кто угодно. Нет, сейчас абсолютно точно появится русский чувак. Так, а как он появится, если никто из нас не приезжает? Я рву билет. А? Я сейчас рву билет в кармане. Берешь билет? Электронный. Нет, чувак, более того, сейчас есть все шансы попасть на Netflix русскому чуваку. Чувака нет, да, сейчас он хороший. А ты его не напишешь там. Да. Вот в чем штука. Ты сейчас этот классный не напишешь там. Ты сюда приедешь, переведешь какой-то да, процент. Это все равно будет жидкий процент. Тебе нужно ходить по этим улицам, смотреть, как на тебя реагируют люди. Да. Общаться, разговаривать. Да, смотреть на них. Да. И писать шутки здесь, ну, будучи себя персонажем, чтобы веселить этих людей. Потому что, ну, юмор, понятно, штука универсальная, но везде свои внутрики. И чувак, и у меня есть... Ты понимаешь, вот что меня остановило. Это очень дорого. Это очень дорого и не стопудово. То есть, ладно бы я такой, это очень дорого, вот столько времени. Хорошо, типа, я должен потратить там полгода жизни. Дорого, да. Вот столько-то денег, предположим, я там абстрактно могу заключить там кредит. И по факту, по результату, через полгода работы, вот я получу вот такой-то результат. Но вообще нихера. Нету никакой гарантии. Ты потратишь сколько-то денег, будешь просто здесь очень долго жить, ходить по этим опенмайкам. И шанс. I was living with my grandmother for 25 years, and now I realized that this is the best woman that you can live with. Really, your grandmother is the best woman that you can live with. The food is always tasty. The clothes is always clean. Sex is not so good, but I'm joking, guys. Sex is amazing. Yeah. Thank you very much for joining me. И вот чтобы обкатать 20 минут здесь, нужно вечность, надо ходить по открытым микрофонам. То есть я вообще не понимаю, как это вообще сделать. То есть, грубо говоря, первые 5 минут, вот те же первые 5 минут, которые я здесь рассказывал, они могут быть первыми 5 минутами в 20, типа, минутки. Но они не могут быть там в середине или в конце. То есть я не могу, например, с 10 по 15 минуту материал какая-то обкатать. Очередь, да, то есть, грубо говоря, смотри, у меня есть шутки, которые начинают работать уже после предыдущих шуток. А-а-а. То есть вот нужно знать, что я русский. Нужно знать, что я там еще там что-то, что я там рос, там, что меня воспитывала бабушка и дедушка. И когда я уже пошутил на это, у людей осталась информация. И я дальше могу эту информацию использовать, чтобы по новой пошутить. Поэтому обкатать этот кусок я могу только целостно, понимаешь, от начала до конца. И тогда я смогу понять. И если я выдерну из контекста, то есть вот я сегодня обкатал начальные, условно, шутки первые 5 минут. А чтобы обкатать следующие 5 минут, я не могу их просто взять и начать рассказывать с того же места.
Потому что люди не поймут, о чем я говорю, они не поймут, ну, им нужна эта информация. И здесь, в Нью-Йорке, я никак не могу получить больше 5 минут. И я за это бабки должен еще платить. Сколько ты платишь? Вот сегодня я заплатил $7 за то, чтобы 4,5 минуты выступить на сцене. Ну, да, там были люди, хотя бы были люди, было прикольно, но... Обычно люди... А может и не быть людей, сидят просто те же самые комики, и ты можешь... Вот я сегодня, мне повезло, я был первый, они все сидят, они только пришли, шоу только началось, они такие, ух ты, как здорово, а ты можешь быть последним, все нахуй разойдутся, вот я выступил, ушел, блин, там сейчас не зал, ну, то есть, а какой мне? И все комики так. И вот ты можешь досидеть все шоу 1.5 часа, заплатить эти $7 и выступить перед 3 людьми. Мы в России не ценим, насколько в крутом времени у нас индустрия. Ты выступил уже? Нет. Days, the first Sunday of 2020. Speaking Russian, I speak to another Russian. He doesn't even know I'm Jewish yet. He's gonna hate me after this. I'm gonna say I'm a Jew, and then he'd be like, I don't know you. I don't know who you are. Yeah, Russians don't like. Do you like Jews? Yeah, we do. Oh, you speak for him? Oh, okay. Now, do you like Jews? Yeah, we have to. You have two. You, that could have meant two things. We have to, and we have two. We have two Jews. Would you like to be the third? We have a plane. It's called the Putin. We can take it out there. Wait, you're Jewish? I think so, yeah. My mom from Ukraine. Well, you don't, no, you would push it if you knew. Every Jew kind of, like, I've just said it so many, I've made it, I've infected this set with my Judaism. Your mom's Jewish? Sometimes she looks like. Короче, как долго ты будешь заниматься этим, пока... Что для тебя будет являться успехом? What does success mean for you? You have to set goals. Yeah. Nobody will tell you to stop doing this. People will let you sign up for this shit. Nobody will. People, I've known people that have, before me, yeah. They just keep coming here every Sunday night for 5 years. This isn't, you're not supposed to be here. This is the lowest rung. Yes. Anybody can sign up for this, right? Yes. Any drunk person here would just be like, I want to do this, and then do it. Yeah, well, no, I get it. Well, this is what people have told me in the beginning. You build a 5-minute set. Build a 10-minute set, build a 15-minute set, just keep building. Right. What should happen in your life, like, yeah. In your career, in your doing stand-up, not like in life? In your career? In your career, yeah, that means you should quit. That you're good? That you should leave the comedy. Well, for example, if I will be like 40 yeah. And I have no success, I quit. Oh, or you that. Just have something inside that you can't... No, I don't. You can't not do it. The desire, right? It's a burning desire. Burning desire. Burning desire. Yeah. Burning desire. I don't know. Do you? I think it's just a lifestyle. Burning desire. It's just a lifestyle. No. He's it's saying like, what would you do if you're 40 and you didn't make it? Yeah. Do you have like what do you have? Yeah. What would make you quit? The thing is, here's the answer to that. Is like, I think this applies to you. Is like, we don't even think about that. I think we think about that because it's just like you just put in my life. Do we have so many for you saying what would it be for to quit? The answer is I don't even put that in my head because it's like a virus. It's like a poison. You're in. But you agree with that the comedians now is the most beautiful profession or something like that because if you get paid, yeah. Yeah. Because in New York it's very difficult broke to get right paid. Now. Yeah, but this is why in my opinion, New York is the best comedy is because there's too many good comics and it's not enough just be funny. So that's why we're just constantly pushing ourselves. That is true. Because if you go... Something should happen, yeah, because... But that's why we all go out of New York. Yeah, once you get out of New York, you get funny here and then you go somewhere else. Yeah. For example, and what about Los Angeles? Los Angeles, you go there if you have projects. Famous. Yeah, you have projects ready. You're ready to go be on TV. You're ready really? To be, Thank you, sir. Thank you. Bonjour. Happy 2020. A lot has already happened. A lot has happened. I'm going through a breakup. Oh, it's okay. I know nobody really cares. I found out my man was ugly, you know? That's it. Чувак, говорят, что здесь 10 000 комиков только в этом городе.
или 10, или 15 тысяч. И прикинь, а пропускное окно, оно же маленькое, ну то есть, какие гарантии вообще, что здесь что-то может получиться у какого-то одного человека, это очень маловероятно. Мне кажется, что чтобы чего-то здесь достичь, нужно что-то больше, чем талант. How can new comics, how they came? How do you make it to sell it? Yeah. How you make it? Yeah. Like, what's the route to sell it? You gotta be funny, man. Yeah. That's it. No, well, it's a process. Oh. Well, the comics that work here have to vouch for you. Like, you have to get recommendations from people that work here, not just any comics. They have to work here. You have to have a good tape, okay. 3-minute tape, and then she gives you audition. It's not really hard. People think it's really hard to get in, but that's basically it. It's like, but the hard part is being funny. Okay. How can you come from the open mic? You build up. You start at open mics. Yeah. You get funny there. One of the places we get most work is from other comedians. So all the comics will say, hey, you want to do my show? Because a lot of comics, they produce shows at a bar or a restaurant or a hotel or other comedy clubs, where sometimes a comedy club, they don't have good business on a Monday, Tuesday, Wednesday. So they let comics who are also promoters or producers to do a show there. Mm. And so they do their own show there that night. And then the comic will invite comics to come and do their show. And so at the open mics, when these comics or promoters see you, they'll invite you to get booked on their show. And then it's like that. And you just keep working. And one day, but there's no rhyme or reason. And one day, one manager comes to you. I don't know, it's not one day. I don't know. That sounds like a fairy tale. There's one day and poof. Like another fact that I heard, that you got to do like 10,000 open mics before you can even call yourself. But you see, the open mics is not open mics, it's just getting on stage. Right. Open mics just mean getting on stage. Right. So if you mean get on stage 10,000 times, yes. I think the more you get on stage, the better you become. Right. But only if you use it like a tool. So you get on stage, you do the same thing. The same way, same joke, right? Over and over again, 10,000 times. Did you grow? Did you learn? Right. Like a gym, So you gotta switch it up. You gotta switch the joke up or to have a different thought, and then you grow because now you're learning to your voice. It's not the joke. It's your voice. And you know the difference. Yeah, no, I understand. Yeah, it's your voice is like. You know what's like anything you say could be funny, as opposed to I got these jokes. Right. Chappelle, he's just funny. He can talk about anything. Whereas other comics, they just got jokes. Outside of these jokes, they're not funny. Right. That makes sense. You take these jokes away, they got nothing else. Hello, hi everybody, hi. Sorry guys, I don't speak English well, but it doesn't matter because we're all gonna die soon, so. My wife told me that we should keep the planet safety, and in the first we should stop using a plastic. And I took away her credit card, so yeah. It's not a sexist joke, or is it a sexism or not? Guys, I don't ask in women, guys. No, actually, yeah. Here you have a lot of stereotypes about Russians, yeah. Then all of them are not true. Yeah, because for example, all the Russians are sexist. No, we are not. If you will come to Russia, you will not see any of sexism in the streets. Because in Russia, women are not allowed outside. Thank you for having me, thank you. And blame Google, not me, okay? Because in Russia, this stuff kills. Thank you. Hell yeah, keep it going for Sasha, everybody. Calling for world peace. So we're looking for birth control. That's what we're doing. We're trying to find the best one. And I've always liked abortion, but she's... So basically, like,
what I was doing by putting stuff up on YouTube happened at the right time because people started cutting their cable. So they went to YouTube for their distraction. Yeah. And then I was on YouTube, so then I became the guy that they watched. It wasn't this time, yeah? It was, everything is timing, you know? Everything is timing. Yeah, a lot of comedians said it, like you broke the system, yeah. In a way, yeah, in a way. It's just, that's where the people were. I always want to be where the people are. You know, like if you're a comic, you want to perform for the people, but if you put your stuff on TV and nobody's watching it, what's the point? Nobody's watching TV. You make a little money, but that money goes away. Yeah. The problem with New York is you can just barely make a living, and comics are lazy, so we'll do the least amount of work to survive. But in LA, they don't pay, the clubs barely pay you, so you cannot make a living. So what did they develop? Podcasts. They developed other shows, other content. They learned how to make money outside of stand-up. My thing I always felt about the clubs is that's the gym. Yeah. Like this was never the end for me. Yeah. This is where I go to work out, right? Yeah. So I can be ready for the game later on, you know? And I love the clubs here because this is my favorite place to perform. And what do you think about all of these comedians? I'm here about 2 or 3 weeks and I do open mics. Yes. And I see a lot of people. And sometimes they're really sad. I see pain in their eyes. Yeah. And I understand how tough their life. Yeah. And I know that some of them never will be famous. Yeah. There are worse places to not be famous, you know, like. Of course, I mean famous because you can make money only when. What I mean is like, if this is what it depends. If you want to be famous and then you don't get it, I don't care. But if you just want to do stand up and be good at stand up, and you love it, then you're already doing it. You know what I'm saying? Like, if you have to have another job. And then stand-up is your hobby that you love, your passion. Some people play basketball, some people play hockey, some people might do stand-up. Then that's a great life to live. So I don't feel bad. But if you're only using stand-up to be famous and you're miserable unless you're famous, well, you didn't do it for the right reason in the first place. Yeah. You know, like, yeah. I just want to be great. And what happens is when you go for greatness, money and fame follows it. Money and fame are addicted to greatness. Is there any chances for the Russian comedian to become a famous hero? Yeah, but why? Why do you care? I mean, maybe famous is the wrong word. Successful. I mean that people and that you can raise money for living. For sure. I mean, what I would say is that like, I don't think it makes you any better to be famous here or successful here. You know, like, I think sometimes the word is romanticized. Sometimes, like, when we look up to something, we think it's so important that will validate us, that will make us feel good, that will make us feel as if we're a good comedian. But, like, in my mind, I think when you perform for your audience, that doesn't have to be Russians. Mm-hmm. That could be people who like dark jokes or people who like clean jokes, whatever. Like, when you perform for your people, that's validating. Mm-hmm. If your people are in Russia, if your people are in Sweden, if your people are in Florida, it doesn't matter. That's what I'm thinking here. Do you know what I mean? Like, making it in America, like, to me, you already made it. So making it in America is just another cool thing. Yes. But it doesn't define you. You already made it. You already went as high as you can go as a comedian. It's like mean something. If you can make it on English, so in English, yeah, you can. It's mean that you good in your comedy. Like, how many people get to be professional comedians in Russia? How many? 50? Yeah. Professional comedians in Russia. 25? I think about 100. 100. How many people in Russia? 150 million. 150 million. Yeah. So that's pretty good. Less than 10%. That's pretty good. I think about this, yeah. Like, oh, I do this with a lot of people. Yes, so it's like, same with video making, same with all these things. We always look for the next thing. Yeah. What will make me feel good? The next thing, the next thing, the next thing. And then you come here and you make it here and you're gonna go, well, what would make me, what's left? And this is my last question. Yes. For example, I think the way, for sometimes the way is much better than
than the win, you know, than the end of this way. So you get a special on Netflix, on HBO, or some really highest level. You made, I don't know, you make Madison Square Garden, and then you like, what next? I need to make one more Madison. No. And it's the same. No. And you don't feel, I think you don't feel this. I'll be honest, vibration. When I go, to, when I do Madison Square Garden, I sell it out. I'm excited to do smaller venues because I think comedy should be done. Should be done in smaller. Yeah. So maybe 1,000, maybe 1,500, you know? Yeah. But once you start getting bigger, I want to do it for the experience because yeah, I think for the experience. How lucky, how cool. Wow. But then I want to come back and do the size venue that I think is perfect for comedy. I'd rather do 10 shows at 1,000 or 1,500 than one show at 15,000 just for the quality of the show. But I guess what I'm saying is, like, for me, it's just a cool thing to do Madison Square Garden. It's just a fun thing. It doesn't define me. It doesn't make me good. Yeah. What I like doing is making it. Like, I like making a joke. I like writing a bit. I like having a cool moment with the crowd. That is what is most exciting for me. So I like the process. The outcome, we can't control. We do our best to control, but we can't, you know? So if I fall in love with the process, not the outcome, I'm happier. And then when the outcome is good, I'm extra happy. So nothing should happen that you quit the stage. No, this is, I love it. Impossible. I mean, anything's possible, but I love this. I'm not doing this for the money. I'm doing it because I love doing it. Cool. And I love that you can get better at it as you get older. Like basketball, we have to stop. Yes. But this, we do until we're fucking, until we can't speak. You can be without legs. You can do this. Yeah, it's the best. We're fucking lucky, man. We are lucky. Do you want to do 5 minutes? Sasha, yeah. Do you last name or just Sasha? We can say Sasha or Sasha from Russia. Sasha from Russia. Got it? People. And do you want a light? You're just doing five. Do you want to light a full? Yes, so, please. It's a red light right up at the top. Yeah, right. I will see him. Yeah. Yes. Okay. All right, thank you. So you got about 20 minutes. Akash has got about five more. He's doing 15, and then you. But I'll come get you. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. I appreciate that. Yeah, thanks a lot. Чуваки, я никогда не выступал перед настоящей публикой. В Нью-Йорке это культовый клуб. Там полная аудитория людей, которые пришли на крутых комиков. Сейчас им подсунут меня. Я пошел готовиться, чуваки. В жопу ваш фильм, главное. Выступление. Но в Америке я никогда не выступал перед настоящей англоязычной публикой. То есть, ну, настоящими американцами. Я выступал только перед комиками. Поэтому я не знаю, как будут работать мои шутки. Мои шутки работали только на комиков, понимаешь? Это что-то другое, да? Это может быть совершенно другое. Окей. I'll go to prepare. Все, guys. Увидимся. Он мне так уже говорил, и я отказался один раз. В Москве. Ну, на чужом шоу выходить. Мне было, ну, чтобы его не подставить. Окей, чувак, я должен собраться. You don't find him by Google, not me, okay, because I'm finding Google, and this is a person. Ладно, неважно, Google Translate. Надо выходить крутым, понимаешь? Надо не обсираться, надо продвигать все, что ты хочешь. Даже если это дерьмо, надо говорить, что перед выходом ты каждый раз думаешь, что нет, это дерьмовая шутка, я должен был лучше, должен быть круче. Как бы, чувак, нам дали выступить шанс. В Нью-Йоркском комедий-клубе нельзя делать это, о, все, это последнее, вот такого не должно быть отношения. Нужно просто, да, я вышел, я не просто так. Yes. Ready? Ready? Yep, yep. Okay, I'm gonna give him a light. You're looking like a cash register? And I gotta go, have a good night, guys. Yeah. Cool. Yeah. Ask him later and then hold on to your watch. Okay. Too much? Okay. Well, we're gonna keep it going. We actually have a special little
guesty poo. Andrew brought a friend, so we're gonna bring him up. How do we feel? We ready for a little more party? This guy's great. He's visiting us from Russia. Give it up for Sasha, everybody. Hi. Thank you. Hi, everybody. Hello. Hi. Yes, it's true. Well, yeah, I just came from Russia, and how are you guys doing today? Yeah, guys. You know, actually, it doesn't matter where you live, yeah, because the world is the same, and the world is changing now. Now we have a huge ecological problems, huge, really. And my wife told me that we should keep the planet safety, yeah, and she told that we should stop using a plastic at all. And I took away her credit card. Let's keep the planet safety. Why not? I mean, and my wife is beautiful. My wife is very beautiful, and my daughter is clever. So. And, no. She's beautiful as well, guys. She's beautiful as well. But when you have a daughter, you don't want her to be beautiful as fuck, yeah? Yeah, because I want her to be like medium well. In the face department. Yeah, because I don't want her to, I don't want people to love her because of how she looks like, yeah? I want people to love her because what kind of person she is, yeah? I want her to be beautiful in that way. For example, if the rapist put her in a car and then the lights turns on accidentally, he will look at her and drive her home safely. It's Google fault. It's Google. I was writing about flowers. I'm really upset now. I'm really upset that relations between USA and Russia are not cool. And I blame Hollywood, really. I blame Hollywood movies. I love Hollywood movies. I grew up on them. But I hate the way Russian characters look in your movies. Because all we do in your movies is drinking vodka and fail to kill American heroes. It's false, guys. We are not drinking vodka. Okay, guys. Actually, we are normal people. I came here to show you this. We love you and don't believe in media and fuck the politics. Thank you for having me. Thank you. Чувак, это было очень круто, да? Бля, спасибо тебе. Наконец-то. Мы нашли нормальный клуб. Yeah, you can go. Sorry. Это было круто. Много рассказов, чем обычно? Я рассказал меньше, чем на опенмайках. Просто они очень много смеялись. Чувак, это был пиздец. Блядь. Надо, я остаюсь. Лучшее событие этого года, 2020-го. Я поздравляю тебя, братан. Спасибо, братан. Так круто, что ты был здесь. Да. Thank you. Great job, that was great. See, it was really, oh yeah, it was good. It was very good. Cool, thank you. Yeah. I have more, but I saw the light and That's perfect, you did perfect. Yeah, right. Thank you so much. Yeah, of course. Thank you for having me. Чувак, они такие заряженные, конечно, на позитив, на смех. Они вообще не готовы смеяться, понимаешь? Надо Эндрю написать. Так работает. Так мир работает, наверное. Один тебя советует, другой. Бля, чувак, это лучшее событие вообще за год в моей карьере.
Ну, не знаю, может и завсегда. Может, дальше уже ничего не будет, но... Все, хочется прям остаться и все, выступать. Slow day.